Четверть миллиарда рублей Бийск намерен потратить на дороги в будущем году. Об этом пишет «Бийский рабочий». В краевом бюджете около 200 миллионов рублей должно быть выделено Наукограду на ремонт дорог. Еще 10 миллионов составит местное финансирование. Эти средства должны пойти на ремонт улиц Советской, Бытовой, Ленинградской, Больничного взвоза и других участков. В Барнауле снесли детскую площадку, которую построил военный пенсионер. Игровые конструкции из подручных материалов не отвечали стандартам безопасности. Игровая площадка на Чихачёва, 14, много лет была уникальной в своем роде. Пенсионер сам в гараже монтировал качели, паровозики, космические корабли и следил за их состоянием. В течение нескольких лет площадку поддерживали в нормальном виде, но недавно госинспекция признала ее аварийной. Здесь провалилось гнилое деревянное покрытие, и площадку снесли. В этом году коммунальные службы решили облагородить придомовую территорию по городским стандартам. Полную историю читайте на страницах АИФ на Алтае. А московский комсомолец на Алтае сообщает, что 11 августа в Барнауле онкологи бесплатно проверят мужское здоровье. Онкологический диспансер Алтайского края, что на Змеиногорском, 110, присоединится к краевой акции «Скажи раку нет». С 9 часов утра до 2 дня бесплатное обследование смогут пройти мужчины старше 45 лет. В случае обнаружения опухоли специалисты направят на необходимое обследование, чтобы поставить верный диагноз. Евгения Одаровская, наши новости.